Меня зовут Иванова Валерия. Я работаю в Центре сортировки алмазов, экспертом по сортировке и оценке алмазного сырья. За что я люблю Мирный? Да просто так. За то, что можно свободно перебегать улицу. За то, что он маленький, но в то же время большой по составляющим. Но это не самое важное. Самое важное – это те люди, которые здесь живут. Здесь самые красивые закаты. Они бывают ало-красные, нежно-розовые. Здесь луна иногда становится такой огромной, как на экваторе Земли. Я люблю свой город Мирный.